наркотики нет. Где у вас имеются наркотики? За покажите пальцем просто. За поясом. Вот здесь, вот в пачках из-под сигарет. В пачках из-под сигарет. Что там находится? Наркотик, белое вещество. Какой наркотик? Героин. Имя этого человека наркополицейские пока просят не называть, как и не показывать его лицо. Статус беженца мужчина получил совсем недавно. Обосновавшись в России, по версии оперативников, решил подзаработать, продавая наркотики. В преступном бизнесе он выполнял важную роль. Делал тайники и прятал в них героин. Мне приходила не телефонная смс-ка. Я должен был сделать закладку и отправить смс-ку с места нахождения закладки. 800 граммов героина задержанный не успел спрятать. На допросах мужчина не слишком откровенничает. Имя организатора наркобизнеса назвать категорически отказывается. Говорит, боится и за себя, и за родственников. Изучив биографию арестованного, наркополицейские выяснили, это далеко не первый случай, когда он приступает закон. У себя на родине, на Украине, в 1989 году он был судим за вымогательство. И в 2005 году он был судим в Самаре Октябрьским районным судом по 228 статье за хранение наркотиков. Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, наркополицейские выясняют, откуда в Самару попадали наркотики. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.